Мы договаривались так, что я сегодня вам расскажу о продукции, тем более мы недавно об этом говорили, но, может быть, не всем удобно было слушать, и отвечу самое главное на ваши вопросы. Хорошо? Скажите, пожалуйста, кто вообще не пользуется и не знает продукцию для здоровья Essence? Есть ли такие люди? Или вы уже все знаете? От этого будет зависеть то, что я буду рассказывать. Есть ли люди, которые не слышали ни одной моей школы, лекции и совсем не знают продукцию для здоровья? Я понимаю, что все, кто у нас в комнате есть, все, в принципе, знают и чем-то пользуются, правильно? Школу слушала, отлично. Давайте тогда мы будем, давайте мы построим нашу работу так. Я буду рассказывать, вы параллельно сразу же пишите вопросы. И я буду параллельно отвечать на эти вопросы, потому что у нас сегодня в плане идет все как в живом вебинаре, чтобы я конкретно ответила на ваши вопросы, потому что все остальное вы можете услышать в моих школах. Я приветствую Елену Шаманскую из города Братска. Город Братск мне очень приятно здесь видеть, потому что я в нем закончила среднюю школу, прожила 10 лучших лет своей жизни, моя молодость, поэтому мне очень приятно видеть людей из Братска. Я знаю, сколько там сейчас времени, преклоняюсь перед вашим желанием учиться. Ну и так, начинаем. Сейчас вы присутствуете... 9-ю школу, Елена Шаманская, школу номер 9, на Пехтовой, помню, жили. Вот, и сейчас мне Братск напечатает, в какой школе она училась, напечатает, да? Добавляйтесь потом ко мне в скайп, с удовольствием пообщаемся. Давно не была в Братске. Ну что, девушки, начинаем. Меня зовут Елена Габченко, кто меня не знает. Значит, смотрите, как раз по остеопорозу я сегодня слушала лекцию московских профессоров. У нас были курсы по эндокринологии для терапевтов, и очень много я там чего услышала. Про остеопороз я конкретно отвечу на ваши вопросы. Смотрите, если вы поймете, что у вас в руках в компании Essence, я думаю, что это изменит в плане здоровья не только вашу жизнь, но и жизнь всех ваших близких. В компании так продобраны продукты для здоровья, что они позволяют перекрыть все основные потребности. Очень хочу, чтобы вы понимали, что все БАДы предназначены не для лечения, а для того, чтобы защитить себя от возможных заболеваний, для профилактики. При очень многих заболеваниях, далеко зашедшие формы с осложнениями гипертонической болезни, сахарного диабета, ну когда серьезные заболевания, системные какие-то заболевания, с БАДами надо обращаться осторожно. Но когда человек здоров или относительно здоров, в его рационе обязательно должны присутствовать хорошие биологически активные добавки, как нутрицептики для того, чтобы как можно больше на дольший срок защитить от разных заболеваний. Кто меня не знает, Елена Габченко, врач-терапевт с 30-летним стажем работы. За время моей работы я работала и в отделении эндоскопии, у меня есть сертификат по гастроэнтерологии, по диетологии. И как бы сейчас я занимаюсь профилактической медициной, мне это гораздо больше нравится, потому что людям реально можно помочь на фазе предотвращения болезней. Итак, у нас в компании несколько линеек продукции. И основные это линейки продукции с алоэ вера, универсальное растение, алоэ вера Барбаденис Миллер. Чем оно хорошо? Тем, что давным-давно известно в медицине, все его целебные свойства, и сейчас мир 20 лет, даже больше, чем 20 лет его активно используют в нутрициологии, да, многие компании с ним работают. Есть компании, которые работают только с продуктами алоэ вера. Я думаю, вы их знаете, американские компании, немецкая компания крупная есть, ЛР, у которой большая линейка продуктов с алоэ вера. То есть продукт давно на рынке. И он доказал свою эффективность и безопасность. Поэтому я хочу, чтобы вы обратили на него внимание, как на базовый продукт для своего домашнего употребления. Чем хороши продукты с алоэ вера? Смотрите, две вещи, которые оказывают основные, много очень эффектов оказывают продукты с алоэ вера. Но если вы запомните хотя бы две вещи и будете все время представлять перед собой эту картинку, вам будет понятно, для чего лично вам надо обязательно каждый день это употреблять. Вы знаете, что есть такая известная компания Herbalife, которая сейчас переживает второе рождение. Они доказали эффективность своих пищевых программ для поддержания нормального веса и долголетия. И вот в их программу утром всегда входит натощак стакан разведенного геля алоэ вера. То есть,
на стакан воды, добавляют ложку алоэ вера и выпивают вот этот напиток. Почему? Очень важно утром провести очищение своего организма и насытить клетки питательными веществами. Так вот, алоэ вера великолепно очищает форсинки кишечника. Да, помните, Ули Вальтер нам показывал 200 квадратных метров площадь кишечника. И вот там, где эти ворсинки, там живет на самом деле иммунная система наша. И если у человека все в порядке с ворсинками тощего кишечника, и если у него живет нормальная микрофлора в толстом кишечнике, он защищен от очень большого количества опасных заболеваний. Алоэ вера в этом деле главный помощник. Вот сейчас мне ответьте, пожалуйста, для себя, как вы думаете, когда надо пить алоэ вера? Когда заболел или просто каждый день столовую ложку, а лучше 2-3 раза в день для того, чтобы просто не болеть, для того, чтобы поддерживать чистый кишечник и для того, чтобы получать 200 питательных компонентов, которые есть в этом продукте. В нем есть все основные витамины, в том числе витамин В12, который очень важен для людей-вегетарианцев, потому что они не едят мясо, а В12 в основном содержится, да, в животном белке. И содержит все аминокислоты, которые нужны для того, в том числе и незаменимые, которые нужны нам для того, чтобы выстраивать все клетки организма и иммунитет. И если этот продукт принимать каждый день, то тогда практически не будешь тяжело болеть, и даже если заболеешь, можно просто увеличить дозу, обойтись без всяких разных лекарств. Люди, которые достаточно долго принимают алоэ вера, очень легко переносят простудные заболевания, не заражаются практически кишечными инфекциями и не страдают гастритами и язвами желудка. Помимо этого, алоэ вера, все продукты с алоэ вера прекрасно воздействуют на капиллярную сеть, да, улучшают кровоток во всех капиллярах, то есть делают кровь более текучей. И если нормальный кровоток, то органы не страдают, и каждая клеточка тогда имеет шанс прожить свою полноценную жизнь. И тогда человек дольше живет. У нас с вами генетически заложено определенное количество клеток. И когда их запас вот этих возможных делений клеток будет исчерпан, человек просто уходит из жизни. Так вот, надо стараться, чтобы каждая клетка прожила свою жизнь как можно дольше. И алоэ вера этому способствует. Еще один очень хороший эффект, который мне нравится. Алоэ вера достоверно поддерживает нормальный уровень глюкозы в крови. Вот я уже сказала, что сегодня у нас завершится курс лекций по эндокринологии. И нам привели такие данные, что даже у тех людей в одном из районов Подмосковья взяли и проверили, институт эндокринологии проверил тех людей, которые прошли диспансеризацию, им проверяли кровь на сахар. Причем кровь на сахар надо проверять не из пальца, как мы с вами привыкли. Это методика только для тех, у кого уже выявлен сахарный диабет. Для того, чтобы узнать, не повышается ли сахар лично у нас с вами, нужно сдавать венозную кровь. Потому что симптомов сахарного диабета второго типа практически нет никаких до момента, пока не начнутся осложнения. Если это заболевание диагностировать вовремя человек, и правильно лечить, человек будет жить очень долго. Но, к сожалению, сахарный диабет второго типа диагностируется тогда, когда уже он течет много лет, и уже начались осложнения, и у этих людей очень быстро снижается качество жизни. Так вот, алоэ вера – продукт, который достоверно помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови. И я думаю, только поэтому, если бы он даже не очищал кишечник там и все прочее, только поэтому его стоило бы употреблять каждый день. Потому что в мире натуральная эпидемия сахарного диабета. Из 10 человек трое им точно болеют. Поэтому будьте очень внимательны, используйте этот продукт обязательно в своем рационе. Ну и помимо всего прочего, за что я еще очень люблю алоэ вера, это за то, что он поддерживает нормальный кислотно-щелочной баланс в организме. И когда у нас слабощелочная внутренняя среда, это спорные методы. Если бы сейчас среди вас сидели врачи, меня бы тоже начали пытать, как это проверено, где вы, откуда вы это знаете. Но по моим большим клиническим наблюдениям, я уже 10 лет занимаюсь методикой гемосканирования, у меня большая картотека пациентов, и я точно знаю, что люди, у которых нормальное кислотно-щелочное равновесие, текучая кровь, неслепленные эритроциты имеют гораздо меньше проблем со здоровьем, чем те люди, у которых нарушено кислотно-щелочное равновесие. Люблю этот продукт алоэ вера, я его испытала под микроскопом. То есть у меня был недавно совершенно, я об этом рассказывала, был один из наших партнеров, возрастная женщина, которая принимает биологически активные добавки достаточно давно другой компании. И в принципе она себя неплохо чувствует. Ну как немножко утомляемость, немножко как бы особых болезней нет, но просто вот нет особой энергии. И когда она пришла ко мне на гемосканирование, я посмотрела ее кровь, кровь была абсолютно неподвижная, эритроциты были все склеены, и я ей сказала, на вашем месте я бы не тратила деньги на эти БАДы, давайте попробуем выпить
одну столовую ложку алоэ вера. Она выпила алоэ вера, через 10 минут кровь была совершенно другая, все весело бежало, не было никакого склеивания. И вот сейчас она 2 месяца будет пить только гель алоэ вера, больше ничего, пока уйдет от совсем от других добавок другой компании. И мы посмотрим, что будет с ее организмом. Но я уже как бы знаю, у меня уже много людей, которые принимают на постоянной основе, я вижу, как это выглядит. Поэтому рекомендую вам этот продукт включать в свой рацион. В каком виде? Смотрите, у нас есть питьевой гель алоэ вера с витамином С и питьевой гель алоэ вера с концентратом виноградного сока. Так вот, алоэ вера с концентратом виноградного сока, задавали уже этот вопрос в чатах, я вам тоже на него отвечу. Алоэ вера с концентратом виноградного сока очень хорош для тех людей, которые принимают, для тех женщин, которые принимают контрацептивы. Контрацептивы надо принимать, это достоверный способ безопасно предотвратить беременность, но, к сожалению, если есть генетический клон на уровне свертывающей системы крови, у этих женщин могут образовываться микротромбы, и женщина может даже быть от осложнений. К сожалению, это сейчас участилось за последнее время, потому что все электромагнитные излучения дополнительно как бы сгущают нашу кровь. Еще мы мало двигаемся, мало пьем воды, много проблем. Так вот, для женщин, которые принимают контрацептивы, очень хорошо алоэ вера именно с виноградным соком, потому что в виноградном соке есть такие вещества, биофлавоноиды, которые помогают, препятствуют вот этому тромбообразованию. Вообще это очень вкусненько, с виноградным соком не надо только людям с сахарным диабетом, потому что это дополнительный сахар. Зато людям с сахарным диабетом можно принимать алоэ вера с витамином С. Это ни в коем случае не вылечит сахарный диабет, это уже случилось. Но это поможет контролировать сахар, если человек разумно придерживается нормального питания, раз. А так как его клеточки будут получать полноценное питание, в алоэ вера очень много питательных компонентов, и все витамины, и микроэлементы, и аминокислоты, все, что нужно нашему организму, то есть у человека будет более сбалансированный полноценный рацион. За счет этого ему будет все меньше и меньше хотеться есть какой-нибудь мусорной пищи. Для диабетиков очень важно придерживаться нормального рациона. И алоэ вера поможет предотвратить этим людям в дальнейшем осложнения, которые приведут к тяжелым исходам. То есть нужно не для лечения сахарного диабета, если он уже случился, а для того, чтобы как можно дольше отодвинуть осложнения. Но если у человека нет еще сахарного диабета, или он не знает о том, что у него есть, этот продукт поможет контролировать нормальную глюкозу крови и нормальный холестерин. Вот такой вот классный продукт. Можно ли его деткам? Вот с 3 лет можно смело. До 3 лет вообще биологически активные добавки деткам без консультации врача не рекомендуются. Но по моему опыту, мы не боимся детям давать антибиотики, не боимся им давать противовирусные препараты, по которым сейчас очень серьезные исследования. И я вам не рекомендую давать детям КГЦЛ или Амиксин, вот эти препараты, потому что нет никаких результатов отдаленных последствий. Сейчас очень серьезно начинают просчитывать и оценивать отдаленные результаты применения этих препаратов, они вшиваются в РНК и в ДНК. Так вот, алоэ вера 30 лет уже смело люди принимают, по нему много наблюдений, и нет таких данных, чтобы они меняли генетический код или как-то дали плохо на организм. Поэтому, если взвешивать противовирусные препараты или алоэ вера, я для своего дома выбираю алоэ вера. Если заболевает ребеночек, его можно увеличивать дозу, как и взрослому. Взрослому можно 6 столовых ложек в день, ребенку, соответственно, по возрасту уменьшаете дозировочку. Если это ребенок до 3 лет, то ему достаточно на день разделить столовую ложку в несколько приемах. Если это ребенок старше 3 лет, 3 столовых ложки там до 8. Ну, уже тут сами ориентируйтесь по дозировке, по крайней мере, страшного ничего не произойдет. Вот. Гемангиому мазать можно, но только с ней ничего не случится. Гемангиома – это уже состоявшаяся сосудистая опухоль, вряд ли она уменьшится. Я про остеопороз в конце отвечу, хорошо, потому что это большой вопрос. Про гемангиому сразу параллельно говорю. Гемангиома – это уже разросшиеся сосудики, они уже сами никуда не уйдут, их надо лечить как бы так, путем. А пить ребеночку алоэ вера можно, это будет укреплять его иммунитет. В этой серии есть моя любимая, мой любимый продукт, это концентрат алоэ вера с экстрактами трав. Ну, к сожалению, вот я взяла просто наши как бы листовочки, да, сюда вставила, они очень, наверное, хорошо видно, но вы сами можете прочитать, я просто их вставила сюда, чтобы вы обратили внимание и просто изучили, что на этих листовочках написано. Смотрите,
Великолепный концентрат. Достаточно его принимать деткам по пол кофейной ложки, взрослым по пол чайной ложечки два раза в день, да? И в этом концентрате содержится помимо алоэ вера еще одуванчик полевой, молочный чертополох и крапива дубовная. Вытяжки из этих растений. И помимо того, что алоэ сам поддерживает иммунитет, очень хорошо влияет на эпителиальный слой, да, то есть он поддерживает здоровье слизистых и здоровье кожи. Алоэ вера хорошо борется с усталостью, да, великолепно сохраняет здоровье пищеварительной системы, да, то, что мы сказали, поддерживает нормальный уровень сахара в крови. Еще очень хорошо влияет на репродуктивную функцию женской половой системы. И вот эта вот добавка, концентрат алоэ вера с экстрактами трав, очень хорошо нормализует менструальный цикл. Снимает боли при менструальном цикле, да, за счет того, что вот в сочетании с этими растениями, с одуванчиками, с чертополохом, с крапивой. При аллергии на травы с него не надо начинать. Начинайте с алоэ вера чистого. На само алоэ вера аллергия бывает крайне редко. У одного из 5000 человек, поэтому одно из таких гипоаллергенных растений. Но сначала мы восстанавливаем иммунитет, лучше чистая алоэ вера, а потом можно уже пробовать алоэ вера с травами. Одуванчик полевой прекрасно очищает функцию желудочно-кишечного тракта, прекрасно снижает уровень холестерина в крови. Ну а если снижает уровень холестерина, то значит улучшает работу сердечно-сосудистой системы. При климаксе улучшает состояние однозначно. Молочный чертополох – это одно из достоверных средств, которое влияет действительно на улучшение функции печени. Все эссенциали, все препараты, которые раньше широко рекламировали для улучшения состояния функции печени, не работают. Их нигде в мире не применяют или применяют при очень узких показаниях, например, у наркоманов или у алкоголиков. У нас в стране это принимают все абсолютно бесконтрольно. Эти препараты не нужны. Вот силимарин, который получен из молочного чертополоха из этого растения, одно из достоверных проверенных средств, которые реально способствуют улучшению функции печени. Поэтому как бы этот продукт можно включать. Мы опять же с вами не говорим о глубоко больных людях с циррозами и всем прочим. Этими людьми занимаются врачи. Мы с вами говорим об обычных людях, у которых есть небольшой холециститик, есть какие-то проблемы, горечь во рту, там есть какие-то небольшие проблемы с печенью или вообще нет никаких проблем. Этим людям тоже можно для того, чтобы проблем не было, потому что наша печень – это орган, который постоянно занимается очищением крови. Ему, конечно, надо помогать, чем-то кормить и восстанавливать его клетки. Вот прекрасный продукт, который это делает. Крапива двудомная, которая входит в это растение, очень хорошо влияет на длительные кашли, хорошо очищает легкие, великолепно влияет на иммунитет и очень хорошо влияет на суставы и позвоночник. И на сосуды, потому что содержит природный коллаген, укрепляет соединительную ткань, снимает усталость ног, очень хорошо укрепляет волосы и ногти. И я обожаю просто этот продукт, его сейчас, к сожалению, нет. Хочу вам сказать, что реально я на себе проверила, как он действует на суставы, я его просто обожаю. Потому что у меня вообще ушли двухлетние неврологические боли из-за грыжи позвоночника. Реально ушли совсем. И этот продукт дает очень хорошую энергию, потому что он содержит холин, это витаминоподобное вещество типа витаминов группы В, который является пластическим материалом, очень хорошо влияет на нервную систему и на энергию. В этой линейке есть два продукта капсулированных, которые тоже советую вам обязательно иметь дома, если вы старше 40-45 лет, и если у вас уже есть взрослые члены семьи, родители. Продукт алоэ вера с Басвелии прекрасно укрепляет кости, снимает боли в суставах. В Европе очень много аутоиммунных заболеваний, там много ревматоидного артрита. Это заболевание, которое лечится очень тяжело. Так вот, алоэ вера с Басвелии очень хорошо помогает оборвать этот воспалительный процесс. Опять же, его надо принимать не тогда, когда суставы уже развалились, когда у человека четвертая степень, и надо уже оперировать, протезировать сустав. А вот тогда, когда стало тяжело ходить на каблуках, когда появился какой-то скрип в суставах, когда появились какие-то боли, прекрасный продукт, можно пить, чередовать, 2 месяца пить, делать перерыв, там 3-4 месяца, еще 2 месяца пропить, потом по необходимости. Реально дает очень хороший обезболивающий эффект и эффект укрепления суставов. Алоэ вера с энзимом Q10. Это продукт, который очень хорошо людям, имеющим проблемы с сердцем. Начало повышаться давление, прекрасный продукт. Вы уже пьете какие-то препараты от давления, смело можете включать алоэ вера с коэнзимом Q10,
потому что этот продукт очень хорошо питает сердце. И помните, алоэ вера улучшает микроциркуляцию, контролирует уровень холестерина, то есть со всех сторон. У женщины, которая перенесла инсульт, ей, конечно, показаны продукты с алоэ вера. Это будет энергия, это будет улучшение ментальных функций. Боли при артрозе снимают, но опять же, если вы меня услышали, если это острое состояние, летучие боли или сильные боли, но это не артроз четвертой степени, когда уже сустав, когда уже хрящ совсем развалился, у человека уже не работает совсем колени, вот воспалительные боли снимает прекрасно. Алоэ вера с коэнзимом Q10 можно людям, которые занимаются спортом, можно людям, которые просто много интенсивно работают. Обязательно надо нашим руководителям, мужчинам надо обязательно, потому что после 40 лет выработка коэнзима Q10 снижается в организме резко, а это вещество, которое дает энергию всем клеткам, особенно работающим клеткам. Про варикоз мы дойдем дальше, есть специальная добавочка при варикозе, но в принципе алоэ вера хорошо работает, и при варикозе тоже мы попробовали. Теперь, следующий продукт, который я очень люблю, и который вот мне сейчас не хватает, потому что я его забыла в офисе. Я его обожаю, брызгаю, потому что он не снимает вот это напряжение с голосовых связок. Обалденный продукт, софт спрей. Обалденный продукт. Про него сейчас очень много отзывов, все пишут в наших чатах, потому что распробовали его после того, как Ули Вальтер дал его в Ростове всем побрызгать. Снимает все раздражения, воспаления, укусы, расчесы, успокаивает кожу, можно брызгать в нос, в горло. Можно деткам, если нельзя брызгать, допустим, можно открыть, аккуратненько вылить в чистую стерильную посуду несколько капель. Не надо только туда лазить, потому что это водный раствор. Если туда попадут посторонние микробы, то он очень быстро может испортиться. А вот если вылить стерильный пузыречек, то ребенку можно пипеточкой, а потом капать в носик по одной капельке. Очень хорошо снимает насморк. Очень хорошо снимает воспаление. У кого есть детки, можно обязательно, его нужно иметь дома. Детям наружно до 3 лет можно при покраснении великолепно. Сами видите его состав, там еще содержится аллантоин, который очень хорошо восстанавливает, заживляет ткани, содержится чистотел обыкновенный, который очень хорошо борется против микробов. Этот продукт можно брызгать на геморрой и можно брызгать на обработанные уже трофические язвы, то есть сначала язву обработать, а потом его побрызгать. И этот продукт очень хорошо идет. Мне задавали вопрос про папилломы на ножках. Да? Считается, что папилломы на ножках вызывает вирус герпеса человека, вирус папилломы человека. И местно алоэ вера, вот софт-спрей, можно брызгать, еще скажем, что делать внутрь. И его можно брызгать на грибковое поражение тоже после обработки. То есть, продукт такой великолепный. Вы его распробуете, будет просто великолепно. Великолепно. Вот. Сейчас дойдем дальше. Пишите вопросы. Идем дальше. По линейке алоэ вера, в принципе, все понятно. Если понятно, значит, папилломы одним, конечно, наружным действием мы не обойдемся. Если говорить конкретно о папилломах, во-первых, надо смотреть, чтобы они были обычного цвета, не сильно большого размера. Если они вас как-то смущают, то их обязательно надо показать дерматологу или онкологу, потому что все кожные образования, мы живем с вами в очень агрессивной среде, надо следить, чтобы они не переродились ни во что. Но если это обычного цвета, роста никакого нет, вы можете, во-первых, использовать наш гель для душа с колострумом. Очень великолепное очищение кожи, обладает противовирусным тоже эффектом и противогрибковым. И дает, очень хорошо очищает эту кожу. После этого можно нанести этот софт-спрей. И внутрь обязательно, мы как раз дошли до продукта, который очень хорошо действует на вирусы. Мы ушли от алоэ вера. Алоэ вера, конечно, как база всегда и всем. И мы перешли к следующему продукту, который очень популярен в компании и очень популярен в Европе. И тоже уже используется не одной нашей компанией. Опробован, получены хорошие результаты, много отзывов вы найдете в интернете. Многие компании сейчас пользуются этим продуктом, но у чехов есть преимущество, так же как и с алоэ вера. Очень высокое качество при очень умеренной цене. То есть наш колострум, тот, который готовит компания Essence, он сертифицирован по иммуноглобулинам, которые являются первыми факторами защиты при заболеваниях вирусной и микробной природы. И очень высокий титр этих иммуноглобулинов, поэтому продукт является реально, обладает очень мощным
таким противомикробным эффектом. И вообще, что такое колострум? Это высушенный порошок молозива. А молозиво – это первая пища, которую получают все животные, млекопитающие на планете. Это то, что, чем мама защищает своего ребенка сразу после родов, потому что вот за счет этих факторов первой иммунной защиты ребенок как бы прописывается в окружающей среде до того момента, пока у него выработается свой иммунитет. Колострум содержит все пробиотические бактерии, то есть он очень хорошо поддерживает уровень наших нормальных микроорганизмов на коже, внутри нас. Это важно, потому что когда мы живем с врагами, организм очень много сил тратит на то, чтобы бороться с патогенной флорой, бактериями, да, тем самым золотистым стафилококком, которого все боятся, с разными инфекциями. Так вот, молозиво поддерживает нормальный уровень микрофлоры, потому что содержит большое количество пробиотических бактерий. Есть люди, которые не любят делать, но не хотят делать прививки. Для них очень важны вот такие продукты, которые позволяют каким-то образом поддерживать свой иммунитет. Я вообще как врач рекомендую всем, кто, ну сейчас уже, наверное, поздновато, вообще, конечно, прививки против гриппа делать надо. Потому что впереди у нас в течение ближайших лет будут массовые эпидемии серьезных вирусных заболеваний, и организм к этому должен быть готовым. И по достоверным медицинским исследованиям нет ни одного средства защиты от гриппа, кроме прививки. Прививка не спасет от заболевания, но она спасет от осложнений. Но для того, чтобы организм был в боевой готовности, вот такие продукты, как колострум, конечно, очень нужны. Но если человек уж не делает прививки, то ему просто жизненно необходим. Помимо этого, колострум еще содержит 87 факторов роста, которые у нас перестают с возрастом вырабатываться. Эти факторы поддерживают рост здоровых клеток, обратите внимание, именно здоровых клеток. И обратите внимание, если у вас есть детки-спортсмены или молодые люди-спортсмены, те, кто ходит в спортзалы, на 20% улучшает выносливость у спортсменов, ускоряет рост мышечной массы и снимает усталость после тренировок. И смотрите, какие факторы у него есть для того, чтобы положительно действовать на наш организм. Важен деткам? Важен, потому что способствует здоровому развитию детей. Очень хорошо как бы стимулирует восстановление нормальных клеток печени для тех людей, у кого страдают клетки печени. Укрепляет нервную систему, восстанавливает иммунитет, работу желудочно-кишечного тракта. Замедляет процессы старения, помогает избежать простуды, гриппа или вирусной инфекции. Обладает мощным детоксикационным действием, защищает организм от шлаков и токсинов. И мне еще нравится очень его эффект, это то, что он способствует более эффективному всасыванию питательных веществ. А это очень важно для того, чтобы избавить человека от аллергии, от хронических заболеваний дыхательных путей, предотвратить диабет. Остеопороз, тот, кто задавал вопрос, вот этот продукт очень важен для профилактики остеопороза, так же, как и наш пробиотический йогурт, помогает всасываться кальцию. Если говорить о профилактике остеопороза, лечить остеопороз надо только медикаментозными средствами, это очень дорого и сложно. Но если даже у человека уже есть остеопороз, эти продукты все равно помогут ему чувствовать себя гораздо лучше. А для профилактики идеальный вариант. Как пьется колострум, вы все знаете, я думаю. Вот сейчас как раз самое время его пить, потому что впереди и простуды, и куча праздников, где мы будем подвержены встречаться с людьми, да, с инфекцией. Хотите себя защитить? Колострум. Я очень люблю рассказ своего спонсора Галины Курганской, которая говорит, что когда ее 80-летняя мама стала принимать колострум, она стала ходить в магазин 3 раза за день с 5-го этажа, а раньше вообще не хотела спускаться. То есть энергия, профилактика как бы заболеваний и плюс еще омоложение. Очень многие девушки меня спрашивают, что у нас есть для омоложения. 2 продукта, алоэ вера и колострум, великолепно действуют на продление жизни каждой клеточки. Но вот это вот любимейший мой продукт в компании. Я всегда говорю, что если бы в компании больше ничего не было, был бы один вот этот пробиотический йогурт, компания бы все равно смогла стать миллионной. Высочайшее качество. Йогурт содержит, каждый из них содержит порошок молозива. То есть прекрасно влияет на иммунитет, оздоравливает слизистую желудочно-кишечного тракта, защита от рака кишечника, 4 хороших пробиотических культуры, которые помогают поддерживает нормальный уровень микрофлоры кишечники. Это очень вкусно, совершенно безопасно, очень полезно для детей. И, ну, не знаю, люди, которые едят этот продукт на постоянной основе, вообще забыли о массе проблем.
нет никакого вздутия, восстанавливается переносимость всякой еды. Даже те, кто не переносили лактозу и кто не переносил молоко, начинают переносить молоко. Уходит глютеновая зависимость. То есть дети становятся, начинают есть все подряд. То есть вот такой вот классный продукт. Кто еще не ел йогурт, себе просто это не сделала в доме, я вам, знаете, как завидую? Я вам завидую, потому что у вас впереди невероятное ощущение, как это вкусно и как это реально меняет состояние здоровья. Его можно готовить в обычном мультиварке на режиме йогурт. И у меня даже народ его приспособился готовить старым народным способом. Закипятили молоко, остудили до 40 градусов, замесили туда пакетик, завернули, закрыли крышечкой, завернули в шубу и на 8 часов оставили в покое, и он прекрасно заквашивается. Там, где большие семьи, они даже делают один пакетик на 3 литра молока. На 3 литра. Он получается не такой густой, конечно, но тоже очень вкусный, очень полезный. Продукт, который уже сегодня помог очень многим людям. Лактоферин – это вытяжка, это один из белков, который содержится в колоструме. И его сейчас очень многое пристально изучают. И если вы наберете в интернете лактоферин, просто почитайте для себя, что это такое. Удивительный продукт, который является природным антибактериальным средством. К сожалению, у нас с вами, у всех, из-за того, что мы едим продукты, выращенные интенсивным способом, а туда добавляются животным, всем обязательно сейчас добавляются антибиотики, и вот эти
Ну, слава богу. Ну, все, вернулась, да? У нас очень сильный ветер. Слышно меня? Ага. Сейчас завидели мой интернет. Сейчас буду в темпе, потому что боюсь, что это. Вчера свет отключился. Ага. Все. Итак, на лактоферине мы с вами остановились, да? Смотрите, удивительная вообще вещь. Мы его долго ждали. Он, конечно, не дешевый продукт, но он реально очень эффективный продукт, потому что он является природным антибактериальным, противовирусным, противогрибковым средством. Его можно деткам. Опять же, если это детки до 3 лет, это на вашу, как бы, ну, вы сами решаете, потому что врачи не рекомендуют давать детям БАДом до 3 лет, но детям, да, до 3 лет. Но то, что мы уже сами видели, то, что испробовали на себе наши мамочки, продукт прекрасно работает у деток, у которых есть поносы, диареи, да, защищает от инфекции. Очень хорошо работает острых бактериальных вирусных инфекциях, то есть при простудных всяких заболеваниях. Он очень интересный продукт, он связывает железо и медь, еще несколько подобных металлов, да, и тем самым прерывает цепочку. Бактериям они очень важны для размножения. И тем самым прерывает цепочку размножения бактерий, вирусов и грибов и поддерживает нормальное количество ионов железа в крови. Железо должно быть не в избытке, не в недостатке, его должно быть ровно столько, сколько нужно организму для того, чтобы себя нормально чувствовать. А у нас его, к сожалению, поступает из пищи больше, чем нужно. И микробы, особенно дети, вот едят всякое разное много ненужных продуктов, и микробы любят избыток железа, часто болеют детки. Вот этот продукт великолепно защищает от таких эффектов. У него мягкая иммуномодулирующая активность, он налаживает несколько звеньев иммунитета, обладает мощным противоаллергенным хорошим действием, ну, при достаточно длительном применении, и очень хорошо способствует росту здоровых клеток. В этом плане очень важен деткам для того, чтобы нормально развивались кости, нормально развивались мышцы, нормально развивался кишечник, способствует росту клеток кишечника. И лактоферин, продукт с доказанной эффективностью, он замедляет рост опухолевых клеток и метастазирование. Вот такой вот классный природный антибиотик. Он не угнетает ни в коем случае функцию организма, потому что лактоферин у нас присутствует во всех биологических жидкостях, и в слюне, и в поте, и кругом. Но просто его с возрастом становится немного, а это продукт, который реально помогает иммунитету бороться, быть первой линией защиты. Вот такой вот классный продукт. Тоже, если человек заболевает, его можно принимать до 5 таблеточек сразу. Так же, как и колостум. Вот про колостум я тоже говорила, да, его можно держать дома. И если заболеваешь, его можно принимать сразу в день до 6 таблеток, в несколько приемов и несколько дней подряд. Это помогает достоверно быстро выйти, без осложнений выйти из таких вот серьезных простудных заболеваний. Также лактоферин. Лактоферин очень хорошо действует против вируса папилломы человека. Мы с вами говорили, против герпеса, вируса герпеса 1-2 типа, против ротавирусов. То есть продукт реально как бы работает очень хорошо против многих вирусных заболеваний. Продукт классный. Помогает при гепатите С. И цветной лишай – это несложная проблема. Это проблема, которая связана конкретно с кислотностью пота человека. Пробовать можно, потому что цветной лишай вообще просто лечится. Но пробовать можно, потому что реально вот эти все продукты, они изменят кислотно-щелочное состояние организма. И реально изменят кислотность пота тоже. Поэтому, ну и так как все эти заболевания связаны и с изменением грибковой флоры, то, конечно, хорошо работают эти продукты. И я перехожу к последней линейке, да, Home Pharmacy. Вот это уникальная разработка компании. Таких продуктов в других компаниях нет. Это детище доктора Милана Крайчика, которого вы видели все в Ростове, кто там был, да? Это очень интересная технология, микроионизация, ингибиция энзимов. Здесь добились две вещи. Во-первых, растительные экстракты уменьшили размеры частиц так, что они очень хорошо всасываются, и минимальная доза достаточна для того, чтобы оказывать очень хороший эффект. А ингибиция энзимов, благодаря тому, что используют перец и куркумин, природные натуральные вещества, да? Они на короткое время угнетают наши собственные ферменты и помогают вот этим микрочастицам лекарственных веществ быстро всосаться, а потом все это опять восстанавливается,
но препарат уже очень эффективно работает. Эти продукты можно как бы разным людям, в том числе и жестким веганам, потому что они вообще не содержат никаких животных продуктов. Все делано из растений, даже капсулы, нет желатина. Капсулы очень интересные таблеточки, многослойное покрытие, вот из куркумина и перца. Они немножко, конечно, такие островатые, поэтому если есть проблемы с желудком, могут немножко сначала первое время как бы раздражать, но в принципе очень хорошее производство и прекрасно работают. Лактоферины помогают снизить условно-патогенные инфекции. Но если мы говорим про такие инфекции, как, например, хеликобактер, то я вот сейчас дальше расскажу про наш продукт Клинс. Великолепно работает на такие вот хеликобактер, кстати, очень интересно, мы с Миланом Крайчиком разговаривали, когда, знаете, да, это инфекция, которая вызывает язву желудка, гастрит и раки желудка. Так вот тоже сейчас очень интересно, с микробами не надо бороться вот так вот, как мы привыкли, просто их убивать. Надо поддерживать баланс нормальной микрофлоры. Да, и сороплазмой тоже. Все вот эти продукты, наш колостум, лактоферин и клинс, о котором я сейчас буду говорить, да, они все, и ну, йогурт наш, да, и колостум в любом виде, они все помогают восстановить природный наш баланс микрофлоры и снизить количество патогенных бактерий, вирусов и грибов до безопасного уровня. Так вот, линейка Home Pharmacy, она очень классная. Здесь сейчас пока 6 продуктов. Быстро про них рассказываю. Первый продукт – это Флоэн. Я думаю, что вы его уже все распробовали. Это очень классный продукт, который, помимо того, что содержит конского каштана, содержит черный перец и витамин С, да, снимает усталость ног, очень хорошо действует на вены. Вот там был вопрос по тромбозу и по варикозу. Поддерживающая доза обычная для людей, у которых нет больших проблем, достаточно одну капсулу вечером. Людей, у которых есть обострение геморроя или тромбоз сосудов, как бы варикоз уже осложненный, 3 капсулы, не меньше 3 месяцев. То есть нужна достаточно большая доза, но продукт эффективно работает, мы его уже опробовали. Здоровым людям он нужен для того, чтобы сохранить как можно дольше эластичность своих артерий. Он не только действует на вены, но и очень хорошо действует на артерии. И его пьют, в принципе, для того, чтобы как можно дольше не старились сосуды параллельно с алоэ вера, например. Это не обязательно, но если есть давление, если уже есть какие-то сосудистые нарушения, то это очень хороший продукт. И смотрите, у него есть один побочный эффект. Конский каштан содержит такое вещество, которое называется эсцин. Эсцин способствует росту волос на голове. То есть люди, у которых есть проблемы с выпадением волос, вот великолепно укрепляет параллельно еще и волосы. Мы дошли до продукта Клинс. Вот продукт Клинс, чехи его очень любят, рекомендуют всем людям для того, чтобы поддерживать нормальный, безопасный уровень всевозможных инфекций в организме. То есть все равно с нами живут патогенные всякие разные микробы, глисты. Я спросила Милана Крайчика, против всех ли глистов он действует? Нет, не против всех. Если есть достоверно какие-то глистные инфекции, лучше пролечить сначала медикаментозно. Но зато он очень хорошо действует против вот того самого хеликобактера, против очень многих патогенных грибов и микробов, и против многих паразитов тоже действует. Это продукт, который можно принимать на постоянной основе. У него очень интересный состав. Он содержит экстракт коры магнолии, в котором содержатся интересные вещества. Сейчас я подлежу, потому что не совсем запоминаю, как они называются. Магнокол и хомокиол. Это лигнаны. Это вещества, которые уменьшают количество зубного налета, обладают мощным антибактериальным противогрибковым действием, оказывают очень хорошее антиоксидантное действие, то есть убирают свободные радикалы, оказывают очень хорошее ультрафиолетовое протективное действие, то есть защищают кожу от ожога и защищают от лучевого поражения. И вот этот продукт оказывает очень хорошее спазмолитическое действие, то есть он поможет детям, у которых часто болит животик, он поможет всем, у кого есть дисплазия желчного пузыря, и он поможет при болезнях месячных. Вот такой вот классный продукт. И плюс к этому он очень хорошо помогает бороться как раз вот с этой патогенной микрофлорой, поддерживать безопасный уровень, чувствовать себя просто хорошо. Он идет именно как прокинетик при функциональной дисфекции. То есть не надо принимать никакие дицетелы, не надо принимать никакие лекарства. Вот люди, у которых часто болит живот, он будет действовать очень хорошо. Уменьшает боли при артритах, уменьшает боли при менструациях, очень хорошо при диарее, то есть при хронических поносах и при рвоте, да, может оборвать вот такие острые всякие разные процессы. Вот такой вот классный продукт.
Он еще содержит витамин А, который активно поддерживает здоровье слизистых оболочек. То есть очень важен для того, чтобы хорошо восстанавливать поврежденные слизистые оболочки желудка или кишечника. И вот этот продукт очень хорошо как бы действует при всяких фиброзно-кистозных изменениях. Вот тогда, когда нужно большое количество витамина А, люди, которые перенесли операцию, вот как бы люди, которые худели, снижали вес, вот этот продукт, в принципе, может быть помощником для того, чтобы потом быстро при химиотерапии, если человек уже закончил курс химиотерапии, восстанавливаться лучше колоптром и алоэ. Алоэ детоксикант, колоптром очень хорошо поддерживает микрофлору кишечника. Например, можно йогурт и наш алоэ, прекрасно люди переносят химиотерапию. Понравился вам продукт Клинс? Классный продукт. Продукт Харк Н. Очень интересный продукт. Это продукт для мужчин, который улучшает качество полового акта. Его рекомендуется принимать за 30 минут именно до полового акта. Он типа Виагры. Да, содержит две аминокислоты и экстракт зеленого чая. Эти аминокислоты улучшают кровообращение тканей. И как бы одна аминокислота усиливает другую. Это не значит, что этот продукт не как бы противопоказан женщинам, будет у всех улучшать эластичность сосудов и как бы кровообращение ткани, просто у женщин он не будет вызывать такую функцию, потому что у мужчин он именно улучшает кровообращение в области полового члена, улучшает качество полового акта. Так как за границей они до старости все еще считают полноценными нормальными людьми, для них этот продукт очень важен, потому что это одна из важнейших качеств жизни. Вот очень хороший продукт для наших мужчин. Я думаю, что они будут рады, если о нем узнают. Ну, Эслип – это для тех, кто страдает расстройством сна, продукт сделан на основе плодов вишни. Вишня является природным источником мелатонина, гормона сна. И этот продукт очень важен для тех людей, которые спят именно ночью. Понимаете, не для тех, кто там всю ночь сидит у компьютера, а потом днем отсыпается. А этот продукт, он помогает восстановить циркадный ритм сна. И он улучшает фазу именно глубокого сна, дает человеку возможность отдохнуть при гораздо меньшем сне, ну, меньшей продолжительности сна. Вот посмотрите, вы великолепный состав, антиоксидант, защищает, как бы, очень хорошо защищает нашу собственную как бы, нервную систему, да, прекрасный продукт. Я помню, вы, наверное, помните этот ролик, который нам показали в этом, в Ростове, да, про этих вот поросят, которые так сладко-сладко спали. Вот это продукт сладкого сна. Продукт SlimSS, я думаю, вы его хорошо знаете. Продукт, который позволяет избавиться от абдоминального жира. Опять же, не волшебная панацея, мы про него очень много говорили. Это продукт, который является вспомогательным. Содержит катехины зеленого чая, безопасен. Никакого вреда не нанесет организму. Способствует, ну как бы он уменьшает жирность пищи, да, препятствует всасыванию жира и за счет этого уменьшает калорийность пищи. 3 месяца как минимум надо пить, со 2-го месяца добавляем к нему витамины, которые есть в компании, потому что он выводит жирорастворимые витамины А, Д и Е. И в принципе продукт достоверно себя показал очень хорошо. Деткам, кто гиперактивный, вы имеете в виду, как давать продукты Sleep? Спокойно, совершенно одну капсулку перед сном. Очень хороший продукт. Ну, продукт HDS – это вообще хит продаж. Я думаю, вы его уже многие попробовали, я даже про него не хочу рассказывать, потому что это продукт, но реально уникальный продукт. Продукт, который содержит тот самый коэнзим Q10, экстракт гинга, который питает головной мозг, клетки мозга и улучшает душевное равновесие, функции восприятия, функции памяти, черный перец и витамины группы В, В2 и В6, которые снимают усталость и способствуют хорошему настроению и устраняют симптомы истощения организма. Продукт работает великолепно. За 2-3 месяца помогает снизить давление, вообще уходят боли при мигрени, вообще уходят головные боли, дает очень хорошую память, настроение, восприятие, классный вообще продукт. Вот базовая, например, у людей с мигренью, я бы дала алоэ вера в любом виде, и вот этот вот продукт HEDS, 2-3 месяца совершенно другой человек. Ну, в принципе, я рассказала все, тороплюсь, потому что боюсь, что вдруг опять что-то будет с интернетом, готова ответить на ваши вопросы.
Если вопросы есть, задавайте. Если вопросов нет, я думаю, что в принципе я так основные моменты все раскрыла. Единственное, что меня всегда, знаете, как напрягает, вот после всех моих этих лекций, конференций, мои партнеры каждый день со мной в офисе. И когда я вижу, что люди все равно не употребляют эти продукты, мне просто становится как-то странно. Честное слово, я не понимаю, что должно произойти в жизни человека, чтобы он начал осознавать, что в себя надо вкладывать деньги для того, чтобы себя как можно дольше чувствовать хорошо. Поэтому, заканчивая нашу с вами сегодняшнюю встречу, я от всей души хочу вам пожелать. Посмотрите внимательно на себя. Мы убираем в своем доме, мы заправляем свои машины, мы как бы находим на всю, кроме себя. Ребят, ничего не стоит так дорого, как я сам. Каждый день перед моими глазами разыгрывается трагедия, когда человек уходит в какое-то страшное заболевание. Никто от этого не защищен, БАДы от этого тоже полностью не защитят, но они дают резервы побороться. Поэтому пробуйте, оценивайте, пропускайте все через себя. Как это рекомендовать людям? Самый лучший способ рекомендовать людям – попробовать самому, ощутить то, что сам почувствовал, выделить самое лучшее, что почувствовал, и рассказывать именно об этом. Нужны только отзывы. Ваши личные ощущения – это самый лучший способ как бы порекомендовать это другим людям. Вопросы есть? Давайте. По остеопорозу. Я уже сказала, что в конце на этот вопрос отвечу. Итак, если это уже установленный остеопороз с всей симптоматикой, с разряженной костью, там нужно только медикаментозное 2-3-летнее лечение, достаточно длительное и достаточно дорогое. Если это начальная стадия, был какой-то перелом, или женщина в менопаузе, или там женщина принимает гормоны, то вот наша базовая продукция алоэ вера, колостру в любом виде, йогурт прекрасно. Это продукты, которые помогают удерживать кальций и удерживать минерализацию костей. Вот. В период обострения язвы желудка нужно принимать алоэ вера. Единственное, что в период обострения лучше все принимать после еды, а когда пройдет обострение и изжога, то тогда до еды надо щас. Алоэ вера – это достоверный продукт, который заживляет слизистую желудка. Параллельно, конечно, с основным лечением. Ну что, девушки, заканчиваем. Я ответила на все вопросы. Надеюсь, вам было интересно. Если есть тромб, какие продукты нельзя употреблять? Тромб имеется в виду венозный, в вене –